Приветствую вас, друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня 24 августа, среда. На экране у нас евро-доллар. Какие рекомендации, какие прогнозы на сегодня по этой валютной паре? Ну, значит, недельный тренд все еще восходящий, хотя я могу сказать, что скоро поменяется, может быть, там через пару дней тройку поменяется на нисходящий. Ну а пока недельный вверх, восходящий, но дневной тренд сегодня нисходящий. И смотрите, что мы имеем. Я предполагаю, что мы можем вот сюда пока еще так на 1.28 спуститься, может быть, даже еще ниже, потом возможно откат сюда, вот это недельные линии, вот, и до дневного разворота даже сюда возможно, потому что, видите, евро кидает иногда такие сабельки, хвостики, что я не исключаю такой возможности, вот, чтобы как протестировать еще раз эти уровни и двигаться сегодня еще дальше вниз. На днях, то есть именно на сегодня, тренд нисходящий. Но опять-таки, как я и говорила, внутри дня все возможно. Туда-сюда, туда-сюда. Волатильность достаточно такая хорошая. Хотя вчера не очень. Ну, практически, если посмотреть, то на одном, ну, в одном диапазоне работала пара. Но, видите, даже я вчера показывала, как оно отработало. Я линии не меняла. Чуть-чуть не совсем так, как я ожидала. То есть выше не пошло, чем я вот показывала вчера. Оно выше не пошло. И вот так вот, смотрите. Отработала, откатила. Дальше не поднялась, то есть закрепилась, можно было остановиться сюда, вот, смотрите, пробила, откатилась немножко, пошло ниже, вот, до этого уровня, откатила, вон, видите, как строго их отрабатывает прямо. Вот сейчас вот этот уровень очень важен, это где-то 1.30, вот, если закрепиться ниже, то значит, ой, да, вот, вот откатит сюда и закрепится ниже, значит, будет продолжать движение вниз. Вот, либо может туда-сюда, пока уровень, потому что уровень достаточно серьезный, это на пятнашках, он имеет значение. Вот, и если, может его, кстати, достаточно долго туда-сюда тестировать, но вполне возможно откатит сюда и дальше будет продолжать движение вниз. Либо пробьет и может тестировать еще раз вот недельные линии и где-то вот так вот в этом диапазоне и работать сегодня будет. Вот такое мое видение по евро-доллару на сегодня. Я благодарю вас за внимание. Обзор по другим валютным парам смотрите в отдельном видео. Удачи вам и хорошего профита!